Какая вкусная манная каша! Тогда скушай еще. Мамочка, сегодня у тебя получилась самая вкусная манная каша. Это очень приятно слышать. Тогда кушайте кашу до конца. Если на тарелочках ничего не останется, тогда вы получите от меня кое-что вкусненькое. Ням-ням-ням. А я уже все съел. Посмотри, моя тарелочка пустая. А я уже все съел. Посмотри, моя тарелочка пустая. И я доела последнюю ложку. Какие же вы быстрые. Ну что же, как я обещала, будет вам сегодня десерт. Выбирайте, печенье или тост с нутеллой. Ой, а то и другое нельзя? Нет, нельзя. Нужно выбрать что-то одно. Тогда я выбираю тост с нутеллой. И я обожаю нутеллу. Хорошо, минуточку. Сейчас я приготовлю. Поместим 2 ломтика хлеба в тостер и заведем таймер. Достанем наш хлебушек и намажем нутеллой. Один бутерброд готов. И второй тоже. Вот ваши тосты с нутеллой. Ой, это мой телефон. Минуточку, сейчас я отвечу, а потом приду и вас покормлю. Мамочка, ты не спеши, мы и сами можем справиться. Ага, какая же вкусная нутелла! Я ее просто обожаю! А вот и я. Давайте я вам помогу. О! Миша, Алиса, вы почему так неаккуратно кушали? Посмотрите на свои маечки, посмотрите на свои личики. Прости, что так получилось, мама. Я облизывал нутеллу и не успел заметить, как хлеб ко мне приклеился. Со мной случилось то же самое. Ох, ребята, ребята, ни на минуту нельзя вас оставить одних. Пойдемте, будем стирать ваши вещи. Нужно будет снять боди, но вначале я вытру ваши личики. Мишина. И Алисина. Теперь раздевайтесь. Сейчас будем стирать одежду моих замарашек. Алисину и Мишину. Нальем в машинку воды. И экологического геля для мытья посуды с запахом огурчика. Вот так, почти все готово. Нажмем на кнопку «Старт» и выберем программу. Ой, как здорово! Оно скоро постирается, мама! Нет, Алиса, нужно будет ждать целый час. Ой, за час я успею замерзнуть без моей одежды.
Не успеешь. Мы на тебя наденем новую чистую маечку. А на меня? И на тебя. Друзья, понравилось видео с моими малышами Бэби Бон и стиральной машинкой? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Всем пока!